Всем привет, ребята, вы на канале Олерточник. И простите, что так темно. И сегодня я вам покажу, какие подарочки мне принес Дедушка Мороз на Новый год. Первый момент начну с такого вот мягкого мишки. У меня такой же самый был, но я его вот недавно в этом году кстати, Камила. Камила Горобец, если ты меня смотришь, ты была у меня в гостях, и ты видела, что такой мишка у меня уже есть. Вот, и я его где-то потеряла, а мне это подарили на день рождения, и было очень грустно. И когда мне Дедушка Мороз принес под елочку вот такую вот мишку, я очень обрадовалась. Он еще был перевязан ленточкой. Такая вот мишка. Дальше идет вот такая вот, чтобы сделать вот такие вот булочки с цветочками. И сеточка такая серебристая. Дальше. Я в школе покупала вот такие вот разукрашки антистресс. Я уже, кстати, вчера начала разрисовывать. Вот. И я в школе такую же самую покупала. И мне я не любила живут. Мне не нравилось. Мне понравилось именно вот такие вот. Я у Дедушки Мороза еще раз такое заказала. Это называется баланс антистресс, дыво выжженный свит творы. Вот. У этой серии есть вот такие вот, но я именно в письме я написала на YouTube только письмо Святому Николаю. Я сняла видео, но я забыла его выложить, и я такая, ну, булочка. И извините, что не написала вот такое вот. Дальше идет вот такой вот красивенький кошелечек, такой кожаный кошелек. Сейчас выложу, потому что да, уложила вчера. Вот такой вот с Дракудорой. И тут тортик, типа у нее день рождения. Вот такой вот он в середине. Очень классный чехолчик на кнопочке. Дальше идет вот такой вот лак. Вот такой вот цвет. Вот такой. Это из фирмы. Я узнала, какие это фирмы. Это Романс. Вот этих два. Это фирма Романс. Кстати, кому будет интересно, ссылочка в описании, если я не забуду. И это ноготок. А теперь самое офигенное мое желание. Селфи-палка! На блютузе. Такая вот есть тут кнопочка. Тут не подключается шнур. Просто зарядил селфи-палку. Скачал приложение. Приобрел его на телефоне. Кстати, я снимаю сейчас на телефон. Поставил и нажимаешь, и оно снимает. Сейчас вам покажу максимум. Ширину. Такая вот ширина. Такая вот селфи-палка. К сожалению, я вам не буду фирму засвечивать. Такая вот селфи-палка. Вот. Так буду на ней снимать. Ну и все, это были все подарки, которые мне подарил Дедушка Мороз. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всех люблю, целую, пока-пока.